установка защитной крышки от стрелки 1 с компания для того, чтобы камеры были чистые заднего хода. Для того, чтобы ее установить, будет в комплекте лежать вот такая бумажка. Написано камер. Камера, то есть мы представляем к камере. Вот. И к самому низу перед. То есть равномерненько, не спешите. Потом шивом делаем наметки. Раз, два и три. Это у нас сверло 1,2. Раньше было 1, сейчас вычислили, что лучше всего 1,2. И сверло 3-миллиметровое. Снимаем, видим эти три точки. Это 3-миллиметровое под провода, это для крепления. Для начала надо будет сверлить 3-миллиметровое, потому что провода немножко будут гулять, и мы можем перепроверить камеру. Вот новый сейчас кадр будет, когда мы будем вставлять. Вот мы уже просверлили 3-миллиметровую, просунули провода, провели точнее, и заносим. И вот где у нас метки еще, которые мы не сверлили, мы перепроверяем. То есть прикладываем вот здесь вот и перепроверяем на миллиметровые снизу и сверху. Видим, что они у нас совпадают, эти метки. И смотрим, равномерно же все прикладывается. Все, равномерно. Убедились. Вынимаем, потом крышечку приподнимаем и миллиметровыми просверливаем. Все.